Год высоких достижений и побед ведущий технический вуз России, Белгородский государственный технологический университет имени Шухова, провожает успешный год. О планах и надеждах университета на будущее расскажет Татьяна Лагутина. Этот год студенты и сотрудники вуза запомнят надолго. Чередой ярких событий пролетел 2013-й. Открытие новых специальностей, строительство ряда учебных объектов, высокие достижения в научной деятельности и новость последних дней уходящего года. В международном рейтинге вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии Белгородский технологический университет занял 40-е место среди 700 участников. В рейтингах Министерства образования мы тоже занимаем хорошие позиции. По среднему баллу ЕГЭ для поступающих, по числу принятых олимпиадников. Поэтому вот такая внешняя объективная оценка нам очень приятна. В этом году в вузе прошли международные и общероссийские форумы и конференции. Студенты организовали новые объединения и клубы, проявили себя и творческие коллективы. По результатам всех достижений студенческий совет БГТУ имени Шухова вошел в список лучших на российском образовательном пространстве. Хочется поздравить всех студентов с их победой, с нашей победой, с нашей общей победой и надеемся на дальнейшее развитие нашего студенческого самоуправления. В уходящем году копилка достижений шуховцев пополнилась множеством спортивных побед. Личных, командных и общевузовских. И впервые кафедра физического воспитания и спорта признана лучшей и занесена на городскую доску почета. Для кафедры физического воспитания и спорта, прежде всего технического вуза, главное, конечно, создание условий для занятий студентов именно своим здоровьем. Впереди у технолога особенный год, юбилейный. В 2014-м знаменитому университету исполнится 60, а значит, впереди новые высоты. Дорогие белгородцы, Государственный технологический университет имени Владимира Григорьевича Шухова сердечно поздравляет вас с Новым годом и желает счастья, здоровья, любви, успеха, радости и много-много прекрасных мгновений. Пусть наступающий год синей деревянной лошадки принесет вам целый воз хорошего настроения и подкову на счастье! С Новым годом! Татьяна Лагутина, Денис Копач, Вести Белгород.